дали глистогонку и, как всегда, глистная инвазия. Глисты полезли просто сумасшедшими, огромными. Ребенок хороший, но он сразу свалился через сутки. И вроде бы дозировку взяли небольшую. Первая всегда у нас осторожно идет. Ребята, будьте осторожны всегда, когда вы глистуете животных. Я вас очень прошу. Это по-настоящему опасно. И так, ребенок этот у нас капается, а всего нас трое. Эти чувствуют себя получше, но мы сразу забрали их сюда, чтобы они были под контролем, понаблюдать, ребята. Если среагировал так сильно один малыш, то наверняка могут через сутки двое среагировать и остальные. Да, мои хорошие, даст Бог, все будет хорошо. Вот такие проблемы, ребята. Ну что, мое солнышко. Это, ребята, смекта. Рвота у ребенка еще. Так, все поменяла. Этого ребенка уже прокапала. Да, солнышко. Этого прокапала. Здесь все убрали. Господи, если бы вы видели, какие с них глисты лезут, ребята, это страшно. Когда люди подбрасывают малышей к нам в коробках, они хоть немножечко думают о том, кто ночами будет их капать, кто их будет лечить. И откуда у человека силы это делать? Просто хотелось бы спросить у тех, кто подбрасывает нам коробки. Обычная глистогонка. А дети? Ребята, когда у малышей рвота, ее хорошо останавливает фосфолюгель. Они вырвали, мы по новой пакетик дали. Опять вырвали, по новой пакетик. И буквально 3-4 раза, и рвота останавливается, ребята. Мы это испробовали несколько раз, но малыши вымазанные, ничего страшного. Как только чуть-чуть поправятся, мы их искупаем. А пока вы такие смешные, вымазанные. Ну что, ребята, капаем двух малышей. Вы не поверите, ребята, мама у них, ну, в половину меньше деток. В половину. Мы ее стерилизовали, я вам завтра ее покажу. Она такая крошечная. А вот деточки заглистованные. И детки большие у нас, крупные. А вот мама крошечная. Удивительно, как она еще смогла родить таких крупных. Вот, один ребенок у нас глистогонку хорошо перенес. Да, кроха? Да, ты мой золотой. А вот двое других нет. Двух капаем. А третий бегает, играет. Ну и дай бог. Все три девочки. Хорошие, красивые девочки. Ну, что ты кружишься, а, козленок? Ты моя красота хорошая. Мамина. Все хорошо. Хорошая, добрая весть. Ребенок поправился. Лави. Лави ищет семью, ребята. Давайте все вместе найдем ей хороший дом. Настоящий, добрый. Лави сейчас примерно 2,5 месяца. Хороший ребенок. Представляете, кому-то будет настоящим другом. Вот такое чудо маленькое. Все поправилось. Слава Богу. Господи, я столько пережила. Все, катетер мы сейчас докапаемся. Да? И снимаем. И все, ребята, дальше будем уже просто на таблеточках еще пару дней. Но, слава Богу, ребенку легче. Вот такая красивая, да? Такой медвежонок у нас красивый. А там, там ее сестрички, братики. Ну все, ребенок. Сняли. Все, моя деточка. Прокапались. Все, моя зайка. Все, мое солнышко. Все. Но пару дней ты еще посидишь у меня отдельно. Отдельно, ребенок. Вот. Ну что, ребята. Лави, Лави еще у нас побудет пару дней в клеточке. Мы понаблюдаем за ней, как она себя будет чувствовать. Да, малышка? Попа у нас немножко всегда влажная, поэтому мы ее укрываем. Да? Да, все. Утром проверим, как она в туалет сходит. Не вырвет ли ее. Может, таблеточки дали. Thank you.
Что, красота моя? Что ты там бегаешь? А внизу у нас мелкие. Ну вот, ребят, куда? Куда можно рассадить вот таких малышей? Куда? И где взять деньги, чтобы вылечить их и прооперировать?